Александр Волков. Друзья, я снес последний рилс, который только что выложил. Приехал после тренировки, посмотрел новости. Считаю, конечно, данное видео сегодня неуместным. Надеюсь, у ваших родных и близких все хорошо. Также выражаю глубокие соболезнования всем пострадавшим в данном теракте и также семьям пострадавших и погибших людей. Сил вам, держитесь. Алавсет Мамиев. Всем ассаламу алейкум, приветствую всех. Я нахожусь в Москве, приехал на конференцию. Но сегодня произошло очень страшное вообще, очень страшное событие. Я не могу правильные слова подобрать, потому что я на эмоциях. Я увидел эти видео, как они безжалостно убивают мирных, невинных людей. И я не знаю, что за... Я не знаю, как вообще назвать этих людей. Я в шоке просто. Просто будьте бдительны, граждане России. Давайте объединяться, поддерживать друг друга. Сейчас, вообще нелегкие времена для нас. Соболезную всем родным, кто сегодня потерял близких, родных. У меня нет слов, честно говоря. Только вам терпение. Только терпение вам. Александр Емельяненко. То, что произошло в Кокуй-Сити, бесчеловечно. Зачинщики, исполнители, организаторы, все, кто причастен к террору, подлежат смерти, жестокой смерти. Я выражаю соболезнования семьям погибшим, мужество пострадавшим. Если я кому-то чем-то могу помочь, я помогу. Простите, что я не с вами. Простите. Анатолий Сульянов. В первую очередь я бы хотел выразить искренние соболезнования семьям погибших в Крокус-Сити-Холле. Это страшная трагедия. А во-вторых, сказать, что на подобные не способны люди, только не люди, сволочи, твари и мерзавцы. Уверен, что все причастные рано или поздно ответят за содеянное. И ответят страшно. Ну а мы в это тяжелое время должны объединиться и доказать, что наша сила в единстве. И, конечно же, берегите себя и своих близких. Хабиб Нурмагомедов. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в Москве. Это очень большая трагедия. Берегите себя и своих близких. На такое не способны люди. Это дело рук нелюдей. Каждый ответит за свой скверный и подлый поступок.